хочу сказать тем, кто говорит, не нравится Назарбаев, вали из Казахстана, до свидания. Нет, мои дорогие, почему я должна уезжать из Казахстана со своей родиной? Я здесь родилась, я здесь училась, я здесь живу, здесь жили мои прадеды, они воевали за эти земли, они строили заводы. И они все это делали ради нас, и почему я должна уезжать? Вот не нравится Назарбаеву народ наш. Он их обкрадывает, уничтожает, избивает, убивает. Вот не нравится ему народ. Пусть он и валит. Почему я должна валить? Представьте ситуацию. У вас дом. Вы нанимаете дворецкого, дворецкой со своей охраной приходит к вам работать. Мало того, что он работает некачественно, так он, помимо зарплаты, еще вас обворовывает, обкрадывает дома. Мало этого, охрана вас избивает, вас унижает. Вы вызываете дворецкого и вы говорите, нам не нравится ваша работа, я хочу вас уволить. На что дворецкий вам скажет, вам не нравится, вы и уходите с этого дома. А почему он должен уходить с этого дома? Это его дом. Так и я. Казахстан – это моя родина. Я люблю свою родину и свой народ. И почему я должна уезжать? Власть – это мы. А наверху Назарбаев, Токаев со своей семьей – это дворецкие, которых мы, народ, можем уволить. Если они не хотят, мы можем, объединившись вместе, их уволить.